Потому что ты предательница там передала эту переписку, когда мы переписывались с тобой. Потому что я не могу там смотреть и показывать вам фотографии. Она взяла и сделала так, что она закрыла свой профиль, Екатерина. Чё это вообще, цирк такой, что ли, устроил здесь нормально вообще? Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить там и покупать себе, и записывать, рассказывать об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазины чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профи покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Привет, ребята! И привет, подписчики! Это первое видеообращение. Короче, ты, Екатерина Гоголя. А фиг ты меня вообще заблокировал у меня ВКонтакте? До 8 или 9 числа ноября. Короче, я тебе хотел тебя полюбить, тебе поцелуйчики. А ты со своим парнем, этим Кириллом Сорокином. Да вообще, зачем заблокировать меня? Я вот приду к тебе домой и разблокирую я тебя в ВК. Потому что ты предательница там... Передала эту переписку, когда мы переписывались с тобой. Ты передала Кириллу Сорокина. Ты предательница. Вот ты кто, Екатерина. И вообще, приду, когда постановочную съемку я здесь сниму. Когда где-то будет Жанна Гоголь, где-то... Она на другом на работе работает. Не охранником, а этим работает. Ну... Чтобы я приходил к этому Екатерине Гоголь домой. Гоголь. Здесь Гоголь. А здесь Гегель должна быть. Заходила она вчера 5:05. Это начало понедельника приходи. Заходил туда в сеть ВКонтакте. Это закрытый профиль. Потому что я не могу там смотреть и показывать вам фотографии. Она взяла и сделала так, что она закрыла свой профиль, Екатерина. Короче, ты меня вообще не любишь, что ли? Я вот тебе буду помогать что-то там с деньгами и советовать себе, и любиться с тобой, и все делать по-честному. Но это же нечестно, когда ты отправил эту Кириллу переписку, а ты сказал, поговори с Кириллом Сорокином, а вы сразу поссорились, поругались об этом. Я вот и перед камерой сейчас с вами, я вас тут снимаю, Екатерина,
Вот приду домой и буду снимать там. Дорогие друзья, что я играю только Temple Run на телефоне. Играю, прохождаю, я по микрофонам, я не буду вообще там что-то говорить там. Посреди там эти дороги, ступня, камни, спотыкание этой женщины и все. Я поэтому играю на телефоне за 10, 20, 30 и 40 минут. Заканчиваю эту съемку, а потом выкладываю на YouTube на свой канал Temple Run. Это... Называется это храм бегства. Это бегалки шутера. Также я буду снимать, который мальчик бегает в кепке. И Temple Run 2 я тоже буду когда-то снимать-то. Эти игры. Я и технику там и снимаю, и там компьютерную. Также могу и принтеры снимать здесь. Поймите, это очень важно, что я даже и про происшествие тоже так же снимаю, что здесь происходит, а что-то не так. Вот прихожу и говорю, что мне нужно это сделать сразу и все. Ну погоди ты у меня, Екатерина. Че это вообще, цирк такой что ли устроил здесь нормально вообще? Я и даже не могу в Одноклассниках писать, а в Одноклассниках она не заблокировала у меня. В Одноклассниках зашел сюда. И вот Екатерина. Ну там эти сообщения не читайте мои, потому что мы даже целовались с Екатериной, даже 4 октября мы даже встречались. А сейчас на день рождения как быть-то? У меня же 18 ноября день рождения, 19 лет. А тебе только 17 лет и исполняется. Екатерина, я за тебя отвечаю, порешаю во всех. Скрешаю. Подписчики, верьте, что это Екатерина просто предательница передала этому Кириллу Сорокину, который дружит с этим пацаном, а не со мной. Ну, я даже знаю этого номера дома. Ну, и когда я приду сюда в пятницу, я буду снимать этот ролик. Здесь. Приду в пятницу домой или в субботу. Буду снимать этот ролик. Что она нежелательно не хочет по-хорошему мне дарить этот подарок. Ко дню день рождения отмечать праздник. Потому что Кирилл Сорокин обманул меня. И тоже добавил меня в черный список. Это нормально вообще. Я вот сейчас при вас снимаю, Гоголь. Все, короче, ждите в пятницу. Всем удачи и пока, подписчики. Подписывайтесь на мой канал, чтобы поддержали меня и девушку Екатерину Гоголь, что она не предательница. Она предала Кириллу Сорокина, что она любит его. Поддержите меня лайком, поставьте. И сонара.